Что тебе снится, крейсер «Аврора»? А снится ему, спящему на приколе на берегу Невы, как парусный фрегат «Аврора», в честь которого и был назван крейсер, открывает огонь из всех своих орудий в Авачинской бухте. И вот уже матросы фрегата уходят на штыковой бой с втрое превосходящими силами десанта британской эскадры, но добиваются победы. Героическая Петропавловская оборона, эпизод формально проигранной России Крымской войны, на которой, однако, ее армия и флот покрыли себя неувидаемой славой. Петропавловская оборона – этот, как писали современники, луч света, что прорвался сквозь мрачные тучи, одно из самых значимых сражений 19 века, ошеломивших мир, про которое, впрочем, ныне вспомнит редкий любитель истории. Из статьи газеты «Таймс» русская эскадра нанесла нашему британскому флагу два черных пятна, которые не могут быть смыты никакими водами океанов вовеки. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Вахрин, член Союза писателей России. Мы начинаем аэроэкскурсию, как и положено, с главного въезда в город Петропавловск-Камчатский. Перед нами проспект Победы. За спиной осталось шоссе, ведущее в международный аэропорт имени Витуса Беринга у городка Елизово. По обеим сторонам от дороги лес, в долине небольшой реки Крутоберегово, название которой говорит само за себя. Мы немного опоздали. На повороте нас должна была встретить знаменитая въездная стелла в виде двух колонн, на вершине которых установлены макеты пакетботов святой апостол Петр и святой апостол Павел в память основания города. Осенью 1740 года эти морские парусные корабли, возглавляемые российским датчанином Витусом Берингом и его помощником Алексеем Чириковым, во время знаменитой второй Камчатской экспедиции остановились на зимовку в небольшой бухте, которую в честь своих кораблей и назвали Петропавловской, или в память о святых апостолов Петре и Павле. А, соответственно, селение получило название Петропавловской гавани, или иначе Петропавловским острогом. Впрочем, Беринг был лишь организатором и идейным вдохновителем этого строительства, ведь еще в начале лета того же года, по его приказу, для исследования и составления карты Авачинской бухты, а также для строительства жилых помещений и складов для зимовки морской команды, в бухту был направлен иной корабль – небольшое парусное одномачтовое судно «Бот Святой Архангел Гавриил» во главе с офицером Иваном Елагиным. Именно Елагин и является основателем города. Детально обследовав малоизвестную Авачинскую бухту, он выбрал для стоянки самое удобное, по его и по нашему теперешнему мнению, место между сопками на Никольской и Петровской, рядом со стойбищем ительменов, одной из коренных народностей Камчатки, отойдя от традиции селиться в устьях рек. Сейчас это место Петропавловская губа с морским вокзалом, что встретится нам в конце маршрута. К моменту прибытия кораблей Беринга и Чирикова здесь уже были построены под руководством Елагина несколько жилых домов и казарм, склады, а также церковь. До 1822 года населенный пункт именовался село Петропавловская гавань или просто гавань. После 1822 и до 1924 года это был уже город Петропавловский порт, но в обиходе нередко, как и сегодня, его называли просто Петропавловск, а с 1924 года закрепилось название Петропавловск-Камчатский. Таким образом, вопреки возможным представлениям, город Петропавловск-Камчатский является одним из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке. Отметим, впрочем, что первые русские люди появились на Камчатке еще в 17 веке, а до этого полуостров в течение веков заселяли аборигены – ительмены-камчедалы, коряки, айны и чукчи. Что же касается въездной стелы, которая изрядно обетшала почти за 50 лет, то нам не стоит беспокоиться. В 2021 году состоится ее капитальный ремонт, макеты кораблей при этом будут сохранены, но отреставрированы и покрашены. Колонны, основания и надписи будут новыми, а вся территория вокруг памятника станет облагороженной.
На нашем пути на значительном протяжении от точки въезда в город обширные торговые промышленные зоны и здания организаций, работающих в сфере услуг. Слева отметим территорию автостанции 10-й километр с разворотным кольцом, с которой отправляются многие внутригородские, пригородные и междугородные автобусы. В 2018 году старый павильон вокзала, отслужив полвека, был снесен. На его месте были установлены новые легкие павильоны. Напротив автостанции предприятие «Камчат-Формации» – старейшее предприятие Камчатки 70-летней истории. Слева – Петропавловский молокозавод. Старейшее предприятие отрасли в крае, введенное в эксплуатацию в 1960 году. Напротив него – небольшой придорожный парк аттракционов. В этом месте наш маршрут пересекает улицы Рудольфа Абеля справа, советского разведчика в США в годы Холодной войны, и академика Заварицкого слева, выдающегося советского геолога, основателя петрохимии, одной из ветвей науки о горных породах. Постепенно на нашем маршруте мы видим все больше жилых домов, особенно советских пятиэтажек. Вправо, в глубину квартала, уходит бульвар Пипа с прилегающей внушительной зеленой зоной. Бульвар ведет прямиком к уникальному для России Институту вулканологии и сейсмологии Академии наук. На счету института многие фундаментальные открытия и прикладные работы. Борис Пип – геолог, петрограф и вулканолог, основатель и первый директор института. В скором времени не исполнится 60 лет, хотя Петропавловская сейсмостанция была создана еще в 1915 году, положив начало геофизическим исследованиям на Камчатке. Летим далее. На пересечении с улицей Кавказской проспект Победы формально заканчивается, продолжаясь несколько правее уже в виде улицы Тушканова. Леонид Тушканов – это красный партизан, борец за установление советской власти на Камчатке, погибший от рук белогвардейцев. По обеим сторонам от дороги – зеленые зоны, где прячется один из многих безымянных ручьев, впадающих в итоге в Авачинскую бухту. Слева в здании с голубой окантовкой пенсионный фонд, а далее с зеленой
главная и крупнейшая в крае научная библиотека имени выдающегося русского ученого первой половины 18 века, одного из первых российских академиков, путешественника и исследователя Сибири и Камчатки Степана Петровича Крашенинникова, труды которого в свое время были переведены на многие языки мира и вместе с трудами Ломоносова подняли отечественную науку на качественно новый уровень. Пересекаем две линии улицы Карла Маркса, между которыми комплекс зданий интересного стиля. В частности, здесь расположено отделение Банка России по Камчатскому краю. Далее, слева, на площади Дзержинского, установлен монумент славы пограничникам, один из известных и любимых горожанами памятников. Открытая в 1976 году скульптура символизирует стойкость и незыблемость охраны границ России на суше, море и воздухе в соответствии с тремя горельефами на пограничном столбе. Далее по обеим сторонам кварталы жилых домов, вплоть до пересечения с улицами, также названные в честь борцов за власть Советов на Камчатке. Слева Лукашевского и справа Войцешика. На данном перекрестке улица Тушканова также формально заканчивается, перетекая в проспект 50 лет Октября. Справа от нас, в тумане, уже вырастает сопка Мишенная, склон которой застроен хрущевками, тогда как прямо по курсу за куполами церкви видна зеркальная сопка. Возможно, вы уже обратили внимание, что многие пятиэтажные дома в городе имеют сейсмоукрепление в виде ребер жесткости. Следует помнить, что сейсмическая активность на линии Камчатка-Курилы, север Японии, наивысшая на планете Земля. За последние годы город с трудом, но все же преображается. И надеемся, вы сможете это оценить с высоты полета. С обеих сторон от перекрестка с улицы Генерала Ватутина и проспектом Рыбаков большие по площади торговые центры. Слева же, за длинным и разноцветным пятиэтажным домом, видна зеленая зона Парка Победы, где установлены многие памятники героям Великой Отечественной войны. Здесь уместно вспомнить о вкладе камчатцев в победу над фашизмом. С Камчатки ушли на фронт и героически сражались во имя общей победы почти 25 тысяч жителей, из них почти 15 тысяч из краевого центра. Тысячи же камчатцев в тылу включились в создание фонда обороны страны, обеспечивая армию и флот пропитанием и теплыми вещами, отчисляя денежные средства на строительство вооружений, а в цехах судоремонтной верфи выполняли заказы для нужд фронта.
Грандиозной и стратегической стройкой военного периода стало возведение в незамерзающей Авачинской бухте Петропавловского морского порта, перерабатывавшего в итоге значительную часть грузов, поступивших в Советский Союз по ленд-лизу из США. Наконец, особая гордость камчатцев перед страной наряду с героической обороной города в Крымской войне – это Курильская десантная операция 18 августа 1945 года, итогом которой стал разгром японских войск, занятие, а затем присоединение всех островов Курильской гряды к Советскому Союзу, а ныне к России. На перекрестке с улицей Автомобилистов проспект 50 лет Октября, раздваиваясь, завершается. Слева начинается улица Зеркальная, а справа Владивостокская. Теперь нам хорошо видна Зеркальная сопка, и мы постепенно приближаемся к историческому центру города, что вскоре откроется нам после поворота направо. А пока в развилке улиц комплекс религиозных объектов. Вначале это белоснежный Троицкий собор с отдельно стоящими колокольней справа и часовенкой слева, освященный в 2010 году. Храм виден издалека, уже при въезде в город и на фоне холмов и гор особенно красив. На территории собора и небольшим зеркальным сквером церковь и духовно-просветительский центр во имя Николая Чудотворца. Парадоксально для России, что указанные духовные заведения располагаются в перестроенном под них исходно-светском здании, бывшем кинотеатре Родины. Оттого и столь необычный для церкви и духовного центра вид. Здесь регулярно проводятся конференции, рождественские и пасхальные постановки, концерты, просветительские беседы, обучение звонарному искусству, занятия с детьми, рабочие встречи. На заключительном отрезке Владивостокской улицы отметим слева здание главной и самой крупной краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины, тоже революционного деятеля и партизанского поэта, организатора Камчатского комсомола. Справа же, в густой растительности на склоне, за домами, по улице Батарейной, захоронение старого городского кладбища. Здесь, в том числе, находится братская могила военнослужащих, погибших во время разминирования Авачинского залива в 1945 году. Тогда подорвались на минах два тральщика. Улица Владивостокская отклоняется вправо, ныряя между подножиями Зеркальной и Мишенной сопок, и продолжается уже в виде улицы Ленинградской, которая приведет нас в исторический центр города. На склоне Зеркальной сопки отметим здание управления Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, тогда как на противоположной стороне улицы правительственное здание управления Федерального казначейства Камчатки. После разворота нам открывается еще одна сопка города – Петровская.
Где-то высоко на ее склоне, обращенном к Авачинской бухте, установлен памятник-торпедный катер в память о мужестве и героизме моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне и войне с Японией. В открывшейся нашему взору долине многие важные объекты города. Слева на площади в 5 гектаров расположились 12 корпусов главной краевой многопрофильной больницы Камчатки, названной в честь первого наркома здравоохранения края Андрея Лукашевского. Отсчет своей истории больница ведет с 1954 года. Рядом с территорией лечебного учреждения расположились здания Министерства здравоохранения края, медицинский колледж, а также автостанция и большой торговый центр с продуктовым центральным рынком. На противоположной стороне улицы – отдел полиции и филиал Дальневосточного федерального университета. Улица Ленинградская, проходя в долине между сопками по центру города, стремится к побережью Авачинской бухты. В завершении улицы обширная промышленная территория судоремонтных предприятий, а также территория Свято-Пантелеймонова монастыря с морским собором в честь Архангела Михаила, в память о погибших моряках и рыбаках. Как и сам монастырь, собор построен в наше время. Петропавловск-Камчатский расположен в незамерзающей Авачинской бухте, что надежно укрывает город от волн Тихого океана. Авачинская бухта – одна из крупнейших бухт на планете. Такое название она получила от большой, впадающей в нее реки Авача, этимологию которой, в свою очередь, необходимо искать в итальянском языке. Бухта служит основной базой Тихоокеанского флота России. Что касается Камчатки в целом, то название полуострову дала тоже одноименная и самая крупная река, однако уже происхождение данного топонима доподлинно неизвестно и вызывает многочисленные дискуссии. В долине реки Камчатки проходит единственная по острове трасса протяженностью более 700 километров, преодолеть которую можно за полдня. Отметим, что участок этой дороги в районе Ключевской сопки вошел в топ-10 красивейших дорог России. Параллельно же улице Ленинградской проходит улица Ключевская и Набережная. Вдоль Ключевской, а также на подножии Мишенной сопки расположились многие учебные заведения и иные важные объекты города. Это Камчатский государственный технический университет, политехнический техникум, филиал Всероссийской академии внешней торговли, кооперативный техникум, филиал Российского университета кооперации, ряд детских садов, главное управление МЧС, офисы крупных рыбодобывающих предприятий. Особо отметим крайне познавательный, единственный в России и однозначно рекомендуемый нами к посещению музей вулканов – Вулканариум. Скажем несколько слов о так называемых сопках в окрестностях города. Строго говоря, термин «сопка» от старославянского «сыпать», то есть насыпь, холм, возвышение, не является научным. Это скорее диалект, местный говор с оттенком чувства обособленности. Под сопкой понимают холм или небольшую гору с пологими склонами и отсутствием ярко выраженного пика. Академические возвышенности рельефа делят лишь на горы и холмы. Первые имеют высоту более 200 метров, крутые склоны и часто пикообразную вершину. Четкую линию подножья, состоят из характерных пород, часто не имеют плодородной почвы. И, соответственно, какой-либо значимой флоры бывает представлены в виде вулканов, тогда как у холмов характеристики прямо противоположные.
Путанице и ненаучности термину «сопка» добавляет и то, что в разных регионах России под ним понимают различные формы рельефа. Встречается и представление, что этот термин произошел от глагола «сопеть» в отношении вулканов. В пределах самого Петропавловска-Камчатского 4 сопки – Мишенная, Зеркальная, Петровская и Никольская. Мишенная сопка, самая знаменитая, расположена фактически в самом центре города. С ее смотровых площадок открываются потрясающие панорамные виды на все кварталы Петропавловска-Камчатского и на Авачинскую бухту. Исходно она называлась Меженная, от слова «межа», то есть «граница», так как в XIX веке при отсутствии дорог в Распутицу становилась непреодолимой преградой между городом и иными поселениями полуострова. Затем, по мере развития дорожной сети, название стало менее актуальным и трансформировалось. Ныне ласковое слово «мишенная», «мишенка» рождает ассоциации со спиной огромного камчатского медведя. Нередко в Петропавловске-Камчатском можно услышать термин «домашние вулканы». Под ними понимают расположенные всего в десятках километров, видные из самого города, не чаще несложные для восхождения, нередко действующие вулканы. На севере это Авачинская группа, вулканы Авачинский, Коряхский, Козельский, Арик и Ак. А на юге Авачинской бухты более отдаленные от города вулканы Вилючинский, Мутновский и Горелый. Эти горы – традиционные места туризма выходного дня, массовых восхождений начинающих альпинистов и настоящая Мекка для любителей путешествий. По другую сторону от улицы Ленинградской, вдоль улицы Набережной, территория спортивного парка, центром которого является стадион «Спартак». Долгожданный спортивный комплекс после многих лет запустения был реконструирован и торжественно открыт к юбилею города в 2020 году. За стадионом озеро Култучное. Редкий город в России имеет в своем историческом центре большое озеро, а такая особенность есть у Петропавловска-Камчатского. Вместе с гладью Авачинской губы и в обрамлении сопок озеро создает неповторимый ландшафт, придает городу особый колорит. В прошлом озеро называлось Долгим или Верхним, или вовсе не имело названия. Этимология «култучная» от слова «култук», означающая мелководный морской или озерный рукав или залив. Таким образом, либо само озеро было култуком Авачинской губы, либо более вероятно, что у самого озера имелся култук в районе современных рынка и автостанции у краевой больницы, что были упомянуты нами ранее. Да-да, сейчас большинство жителей города и невдомек, что озеро до первой половины 20 века по площади было в два раза больше современного. Его воды плескались как на месте площади Ленина, так и на месте стадиона «Спартак». Наполненный рыбой водоем был очень чистым и активно использовался для рекреационных нужд. Озеро питалось многими родниками, исходящими с сопок и бьющими на родниковом поле в районах Центрального рынка и Комсомольской площади. Но дальнейшая промышленно-хозяйственная деятельность уже к середине 20 века стала губительной для водоема. Постепенно были засыпаны многие части озера, в том числе Култук и родниковое поле, причем особенно активно во время Великой Отечественной войны по причине необходимости обустройства площадок для выгрузки и перегрузки сырья и военных грузов, прибывающих в порт города из США по ленд-лизу. В настоящее время санитарное состояние озера остается тяжелым, хотя с прекращением легальных стоков начало постепенно выправляться. Основными источниками загрязнения остаются поверхностные стоки с дорог и прилегающих территорий, несанкционированные сбросы через трубы и, конечно, сами горожане, особенно активно мусорящие во время массовых гуляний. Перед нами у подножия Никольской сопки главная площадь города – площадь Ленина. Традиционное место проведения всенародных праздников и массовых гуляний. До 1978 года, когда здесь установили памятник Ильичу, площадь называлась Театральной. Вокруг площади сосредоточены многие важные здания и памятники, например, Дом правительства края, Театр драмы и комедии, главный на Камчатке, здание Камчатскэнерго, основного поставщика электроэнергии в крае и производителя более половины тепловой энергии для нужд города. Камчатский филиал в НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ведущий историю с 1932 года, важнейший для края институт, основными стратегическими задачами которого являются оценка промысловых запасов океана и построение прогнозов для рыбопромышленного комплекса Камчатки.
Молодежный театр «Студия Паллада», филиал ГТРК «Камчатка», Центральная городская библиотека, Институт повышения квалификации педагогических кадров, действующих с 1956 года, сегодня это Институт развития образования, Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС. В шаговой доступности памятники первому генерал-губернатору Камчатки адмиралу Василию Завойко, мореплавателю Витусу Берингу, святым апостолам Петру и Павлу, стела «Город воинской славы» и часовня на братской могиле защитников Петропавловского порта в Крымской войне. От площади Ленина и Култучного озера параллельно к Петропавловской губе идут две улицы – Ленинская справа и Советская слева, которые в итоге сольются в области морского вокзала города, замкнув круг. За зданием театра драмы и комедии и за памятником Николаю Чудотворцу от улицы Ленинской вправо отходит улица Красенцев, что тянется вдоль подножия Никольской сопки и ведет к рыбзаводу, объектам порта, а также к смотровой площадке и многим памятникам на сигнальном мысе, посвященным героической обороне города в 1854 году. Сама улица названа в честь знаменитого экипажа ледокола «Красин», что стоит ныне на приколе напротив устья реки Мойки в Санкт-Петербурге. А в 1934 году, во время стоянки в Петропавловском порту, экипаж ледокола отремонтировал городскую электростанцию и школу, активно благоустраивал город. Среди важных объектов на этом заключительном отрезке нашей аэроэкскурсии по обеим сторонам и между улицами Ленинской и Советской отметим корпус Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, одного из ведущих и старейших вузов края, образованного в 1958 году из педагогического института. За институтом памятник жертвам политических репрессий. Высотное здание на нашем пути – это современный 14-этажный бизнес-центр с офисами банка ВТБ и иными организациями. Перед ним сквер Свободы с обелиском в честь советских воинов, освобождавших Курильские острова в Курильско-десантной операции 18 августа 1945 года. Следует особо напомнить горожанам и гостям города, что данное место не просто сквер, но братская могила погибших десантников. Впереди же от сквера историческое и ключевое для города место, на котором ныне, как и 3 века назад, возведен каменный храм в честь князя Александра Невского. В 1740 году именно здесь экипажами кораблей Елагина, Беринга, Чирикова была установлена первая на Камчатке деревянная церковь, знаменующая приход русского государства. За прошедшее время церковь не раз перестраивалась, была разобрана в советское время, но сегодня строительство нового храма практически завершено. Напротив высотного здания, на противоположной стороне улицы, возле краевой филармонии и краевого кардиодиспансера, установлены памятники всемирно известным мореплавателям – датчанину Витусу Берингу, французу Жану Франсуа Лаперузу и британцу Чарльзу Кларку. Лаперуз в 1787 году встретил в Петропавловске невероятно теплый прием во время захода своих кораблей в одной из экспедиций, тогда как Кларк по своей же воле нашел на этой земле вечное пристанище. Thank you.
В области слияния улиц Ленинской и Советской краевой музей с более чем столетней историей. Дом писателей Камчатки, администрация города, а на берегу Петропавловской губы здание морского вокзала Петропавловского порта, отстроенного в рекордные сроки во время Великой Отечественной войны, когда от его работы зависела судьба не только всего Камчатского края, но и всей страны. Наша аэроэкскурсия приближается к своему завершению. Нам следует помнить, что именно Россия – страна восходящего солнца. Ведь только город Петропавловск-Камчатский, да пограничники острова Ратманово в Берингом проливе на Чукотке первыми на нашей планете встречают каждый новый день. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени. Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.